как Иван Степанович Табуреткин выстрелился в Третьяковке. Это посвящение одному знакомому художнику. Как-то раз художник Табуреткин тайно пронес в Третьяковскую галерею одну из своих картин и незаметно повесил ее на свободный гвоздик. Потом подходит к работнице галереи, как бы невзначай спрашивает, а кто автор этого прекрасного шедевра? Опытная работница не растерялась и говорит, автор неизвестен. Табуреткин возмутился, то есть как это неизвестен? Работница ему, абсолютно. Тут Табуреткин взорвался, ну знаете, стал картину снимать, чтобы забрать домой. Работница галереи подняла тревогу, и Табуреткина грубо выгнали вон. А картина его и поныне висит в Третьяковской галерее.